Минувшие выходные 130 дзюдоистов со всего Мирнинского района приехали в Удачный, чтобы побороться за звание чемпиона. Открытый турнир уже стал традиционным и проводится он ежегодно. За ходом соревнований наблюдала Ирина Балкова. Интеллектуальное мышление, хорошие физические данные, умение быстро среагировать – необходимые качества для занятий дзюдо. В соревнованиях приняли участие 130 борцов со всего Мирнинского района. Ну что я хочу пожелать, ребят, не надо никаких волнений, надо показать все то, что вы умеете. Ну и пусть победит сильнейший. Добрый путь, ребят. Возраст спортсменов от 6 до 16 лет. Среди них 12 девушек. Мы ходили с классами, смотрели все виды спорта, какие есть. Мне понравилась борьба, всякие броски. И очень девочка одна хорошо боролась, я хотела стать на нее похожей. Ну, вроде как смогла. Участники прошли инструктаж по технике безопасности. Болевые и удушающие приемы, броски с колен категорически запрещены. Но все-таки, как и в любом виде спорта, без травм не обошлось. Дзюдо, конечно, вид спорта травматичный. Было сегодня 4 травмы, но травмы такие несложные, поэтому помощь оказались сами. Были ушибы. Так, вроде все, ничего, дети нормально себя чувствуют. В этом году почти все участники получили дипломы, кубки и памятные подарки от администрации города. Соревнования проходили в спортивном зале Удачнинского отделения культурно-спортивного комплекса. Призеров определяли по наибольшему количеству побед в своей весовой и возрастной категории. Это уже третья моя заслуженная победа. Соперник был достойный, но он, конечно, у него техника была не такая, как у меня. У него, конечно, хорошая техника была, но я оказался сильнее. Зрителей было немало. Одни здесь, чтобы поболеть за своих, другие просто за здоровый образ жизни и не пропускают ни одних соревнований. Все это лишний раз доказывает. Интерес к спорту в районе растет. Во-первых, молодежь сплочает, вырабатывает командный дух. Новые знакомства, приезжает Айхал Удачный, Мирный. Новые знакомства, друзья, общение. То есть только одни положительные эмоции от этих соревнований, от этого вида спорта. По результатам турнира места распределились следующим образом. В общекомандном зачете на 4-м месте оказались участники из Мирного. Бронзовыми призерами стали лимчане. Серебро увезли айхальцы, ну а на высшую ступень пьедестала поднялись удачнинские спортсмены. Ольга Мукатаева, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».